Не нарушает ли сосед границы вашего участка? Это в ближайшее время выяснится до водотоварищества «Заображное» в Чебоксарах. Там кадастровые инженеры уточняют границы участков. Причем для владельцев земли и домиков это бесплатно. Ольга Пырочкина подробнее. И это у нас GPS-приемник «Триумф». На высоте 20 тысяч километров летают спутники. Так. GPS американской системы и российской ГЛОНАССа. Они передают сигнал сюда. Мы, допустим, ставим на угол забора, идет определение координат. Инженеры-геодезисты Виктор и Сергей работают в садовом товариществе «Заображное». Сейчас ноябрь, дачников на участках мало. Те, что встречаются, знают, чем занимаются специалисты. Председатель развешивал везде объявления. То есть люди как бы предупреждены, они уже понимают, что это не разбойники здесь гуляют, а люди уполномоченные проводить кадастровые работы. Раньше границы участков обмеряли точечно и исключительно за счет владельцев. Однако изменения, которые внесли в земельный кодекс, расширили полномочия местных властей. С тех пор заказ комплексные, то есть массовые кадастровые работы на частных земельных владениях в пределах населенного пункта могут и муниципалитеты. В Чебоксарах начали наводить порядок в документах садового товарищества «Заображное». На данном этапе происходят полевые измерения, то есть полевые работы. Что из себя заключают полевые работы? Это оценка недвижимости, какая этажность, характеристика стен, геодезические измерения, согласование границ на местности. И следующий этап – расчеты, перерасчеты. Городским властям это нужно, чтобы выявить бесхозные земли и четко знать границы частных участков в случае прокладки коммуникаций. Самим владельцам, чтобы в полной мере распоряжаться своим имуществом. По нашим ресурсам, сыновьям, детям, внучкам оставить, чтобы законом проблем не было. Самое основное – это чтобы не было споров между соседями, что, как бы, не зная свои границы, люди начинают осваивать, скажем так, залезать на чужую территорию постройками, посадками, ну и чтобы правильно разместить свои объекты, чтобы потом можно было оформить свои права и благополучно распорядиться этой недвижимостью. Все-таки наличие границ, оно, скажем так, повышает в цене, мое личное мнение, увеличивает цену, допустим, недвижимости. Еще один плюс для владельцев в случае комплексных кадастровых работ. Если садовод занял участок больше, чем числится за ним в документах, он сможет оформить излишек в собственность. Однако есть ограничения по размерам. Замеры на местности продлятся до конца года. Если определенные границы не устроят кого-либо, оспорить результат можно будет на специальной комиссии. Она приступает к работе в следующем году. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Бахтияр Велиев, Республика.